Здравствуйте, это канал Максим Адзи, и снова вы, это моды по «Как достать соседа», короче говоря. И как я и в прошлый раз обещал, я вам покажу свою небольшую переделку «Как достать соседа хардкор» от Social Media Life Production, которую я еще в 2016 году сделал, когда вышла полная версия как раз таки. Ну, это не та, которую я тогда сделал, это я заново сделал этот мод только что. Его за раз-два легко сделать было. Короче, что это за мод? Это, короче, полная версия, но в стиле демки. В стиле демки, как вы видите, музычка играет из демки. Вот этот фон из демки и звуки будут из демки, короче. Вот такая вот, короче. И также я еще сделал демку в стиле полной версии, тоже покажу. И, короче говоря, за эту модификацию Social Media Life Production меня забанили на год, на целый. Я об этом много раз уже рассказывал. Также в оригинальной демке шрифт вот этот должен быть другой. Не такой, который вы сейчас видите. Ну, я убрал все файлы со шрифтом, и классическим стал только вот этот шрифт, который тут отображается. Скорее всего, это связано с тем... Вот этот шрифт не поменялся, скорее всего, из-за того, что он у меня на ПК установлен, и его можно использовать там в Paint, в других местах. Поэтому он и подгрузился сюда тоже. Если у вас этот шрифт не установлен, у вас этого шрифта здесь не будет. А в оригинальной «Как достать соседа» и в полной версии хардкора он появляется, потому что файлы его в файлах игры присутствуют. Ну ладно, короче, давайте посмотрим, что это у нас такое. Все по настроечкам также, но фон из демки, и которые просили, говоря, поменять. Действительно, когда демка выходила в 2015 на Хэллоуин, говорили, что фон с текстом сливается, его надо поменять. Ну и Social Media Life Production услышал своих пользователей, и в полной версии уже добавила другой фон, в который уже текст очень хорошо видно. Просмотр смерти, ну, в общем, все то же самое. Вот этот фон в демке был. Этот фон загрузки из оригинала, он присутствовал в демке, а в полной версии хардкора там уже был свой фон. Где был сосед с ружьем и красными глазами. И, кстати говоря, тут в комментариях пишут, когда будут удачные шутки 1-2-1, блин. Почти под каждым выпуском пишут. А я отвечу. Он будет тогда, когда мне его кто-нибудь скинет. Мне никто этот мод не кидал. Где я его должен достать, извините меня, если мне никто его не кидал. Привет, смертный. Надеюсь, ты уже пришел в себя после того, как тебя уйти, твою подругу Шелли усыпили в такси. Она в порядке, ожидайте в нашей скромной лаборатории, а тебе предстоит стать частью нашего психологического проекта. Познакомься с мистером Ротвейлером. Этот выживший из ума убийца не откажется пристрелить тебе печень, если попадешься ему, что меня совершенно не беспокоит. Чего ж ты ждешь? Запускай, тренируйся. Я просто по памяти помню этот текст из полной версии, поэтому я его, так сказать, прочитал. И этот уровень я не помню, как проходить. Я его, по-моему, мне его даже не удавалось, по-моему, пройти. Один из самых сложных уровней, сразу же первый. А все потому, что дверь на кухню закрыта, и сосед бегает через первый этаж на кухню. Обожаю эту музычку. Вот эти вот вопросики тоже в демке были. Вместо некоторых действий были вопросики. Тоже в демке. Ну, я попадусь, конечно. Я не знаю, как это пройти. Но как-то можно, кстати. Был один чувак, который... Я не помню, какой он мозг, но он, короче, показывал, как проходить уровни в хардкоре. Ну, не все там, по-моему, он все равно прошел. То выход из телеэкрана. Давайте посмотрим тоже. То и...
Ну и заодно поностальгируем немного по этому хардкору. Я давно в обычный, самый обычный хардкор не играл. Твои фокусы жалкие и немыслимые. Будет трюк с переделкой предел твоей креативности. Я хочу тебе напомнить, что это серьезный заказной проект от верхушки нашей организации. От твоей сообразительности и ловкости зависит твое существование. А этот от злости подозреваемого маньяка, насколько я помню. Жизнь Ланы назад, вот там я уже не помню. Час назад она получила удар ножом, я помню. Да, Лана, это Шелли, они ее так называют, какого-то хрена, я не знаю. Короче говоря, на втором уровне кровь только здесь. И вот здесь чуть-чуть. Здесь уже не так ужасно. Но в доме очень много такого желтого освещения. Шкаф, как и в первом уровне, недоступен какого-то черта. И пиво он глотается очень неприятными звуками. Ой, какой ужасный звук, ё-моё. Ну и, конечно же, этот уровень я также не пройду, потому что... быстро это делает, потому что слишком мало дается времени. За такое время уровень не пройдешь. Ну и кнопка выхода из игры, кстати говоря, отсутствует, и escape тоже не спасает. Все-таки, но сделал мод качественный, на самом деле, хардкор. Но все же такие моды мне нравятся. Мне как-то не очень приятно смотреть. Этот звук смеющийся Баба Яга из мультфильма «Три богатыря на дальних берегах». Был там такой звук. Он был только в демке, его заменили на другой в полной версии. И вообще там много звуков заменили на другие. На более неприятные даже, я бы сказал. Некоторые из них. Так, что у нас? Любишь ли сюрпризы? Замени его туда, где будет проще тебя убить. Описание только... Описание такое вот очень нечитаемое. Этот уровень... На этом уровне уже довольно много крови. Но больше, чем на предыдущем уровне. Но здесь уже день. Еще, кстати, я как-то помню, я тоже копался как-то много лет назад, может, в том же 2016 это было. Я, короче, делал такой хардкор. Мод по сложности абсолютно тот же хардкор, но там нету крови и там нету страшных звуков. То есть это хардкор, но в стиле оригинальной версии. Все то же самое, что в хардкоре, но дом обычный из оригинала. И звуки тоже из оригинала. А так он также быстро бегает, пакости и все предметы в тех же самых местах, все такое. Надо будет тоже это реконструктировать и в каком-нибудь следующем выпуске показать. Хардкор, но без страшных таких вот вещей. И этот. Самый легкий из этих уровней, на мой взгляд, это вишневый пирог. Давайте пройдем его. Вот это самый легкий из всех уровней. Тоже, собственно говоря, день. Отсутствует дверь на гостиную почему-то. Сама гостиная выглядит по-другому. Стала выглядеть она по-другому. Какие же все-таки неприятные звуки, а?
что я, так сказать, объясню причину, почему я не люблю хардкор. Когда Достать соседа — это игра вообще-то юмористическая. Надо, мы строим пакости соседу, и над ним надо смеяться. Ну и, собственно говоря, смеемся над тем, как он потом психует после этих пакостей. Но здесь, в хардкоре, ничего этого нет. Мы строим пакости, но у нас нет времени на них даже посматривать. Нам надо шевелиться как можно быстрее. Да и слыша эти ужасные звуки и видя вот эту кровь всю, смеяться над этими пакостями не хочется совершенно. Да и сосед совершенно не психует. Вот в чем хардкор был. Но задумка сама по себе интересная. Сама задумка интересная, все равно. Так, это футбольные эти, трупы из-за футбола, по-моему, называется уровень. Здесь крови мало, как на втором уровне. Здесь. И день. А, ну еще здесь кровь тоже. Знаменитый крик мы еще вот такой слышим. Ну давайте попадемся еще этот последний уровень первого. Посмотрим, не будем. Не будем на самом деле открывать. Второй сезон я проходил. Я проходил хардкор как-то в 2019 году. Я туда, правда, засунул level data файл в game data из оригинала, чтобы время нормальное было. Ну и, кстати говоря, после этого начали выдаваться еще статуэтки. Так-то в оригинальном хардкоре статуэтки не выдаются. Еще, кстати, за прохождение всех уровней сезона там должна быть картинка в полной версии, там должно было быть написано для меня все закончилось, что-то там. Для меня все закончилось, не удалось выжить и заполучить антидот, что-то там дальше не помню. В демке там была другая картинка, в ней вообще не было текста. На этом уровне, короче, вообще крови очень много. И вообще мод, короче говоря, жестокий. Ну что ж, я вроде бы все показал. Оценка к этому моду не прилагается, потому что этот мод сделал я. Оценку к нему поставите вы в комментариях, собственно говоря. Ну, а так, давайте дальше. Давайте посмотрим еще демку в стиле полной версии. Итак, демка в стиле хардкора. Ой, господи, демка в стиле полной версии. Что я говорю? Короче говоря, здесь также отсутствуют настроечки, как и было в демке. Но фон вот этот из полной версии, и музычка из полной версии. Кнопки и все дела. Вот, да, в демке только было 3 уровня. Выходила она на Хэллоуин в 2015, и спустя целый год аж, ну почти, 11 месяцев где-то, вышла только полная версия. Да, непонятно, почему с Family Life Production так долго тянуло, блин. Ну и, короче говоря, вишневый пирог, время смывать кровь, и еще вот этот уровень... Солнечное утро, я не помню, как он в хардкоре назывался. Ну, короче, здесь нет у него ни текста, ни названия, ни подсказки. Не написано. Так, ладно, ну, вишневый пирог давайте посмотрим. Загрузочный экран из полной версии, собственно, взят. Как по мне, вот эта музычка, которая играет сейчас, она больше для ночных уровней подходит. А та, которая мне нравится, она как раз-таки подходит для дневных.
Don't do it. Don't do it. Звуки вот эти из полной версии взяты. Вот эти звуки из полной версии. You're still shuffling around a little, but believe me, you're dead. И это тоже из полной версии звук. Don't do it. Get your hands off me. No, stop, stop. Go press the button. Go press it. К сожалению, я не могу в данном случае пропускать эти звуки, выйдя в меню, потому что выйти в меню я не могу. Недоступна кнопка выйти в меню. Как в хардкоре. Что в демке, что в полной версии. Даже Escape не работает. Единственная кнопка, которая есть, это кнопка P английская, которая приостанавливает игру. Не будем, наверное, смотреть вот этот уровень. Давайте посмотрим этот. Мы его не видели в прошлом моде, потому что он был заблокирован. Короче говоря, уровень второго сезона, крови довольно-таки много, и появилась собака, которая на кровати. И чем еще примечателен хардкор? Тем, что способность красться абсолютно бесполезна, потому что даже если мы будем ее использовать, животные все равно просыпаются, и толку от этой возможности нет. Ну и сосед на животных блюет, они успокаивают. И животные издают такой вот тоже очень неприятный звук. Ну проходить, ладно, тоже не буду. Давайте застрелимся. Вот так вот, короче. Ну, ладно, в общем, этому моду я также не имею права ставить оценку. Не буду же я ставить оценку самому себе. Оценку ставите вы в комментариях. Ладно, а теперь давайте посмотрим парочку модов, которые вы, собственно говоря, прислали. Итак, короче, снова хардкор у нас. Но это мод на «Когда стать соседа 2». Собственно говоря, даже если сюда нажать, вот этот фон забыли поменять в настройках. Дьявольская кнопка, но нам на нее пофигу. За рамки телевизора вылезают надписи. Почему-то я музычки не слышу. Где музычка? Так, а почему этот уровень пройден? Ну-ка, давайте сбросим. Я не проходил его. Что за хрень? Ну ладно. А что такое? Или так и должно быть, не знаю. Тайная смерть тебя. Здорово, Вуди, ты думал, что мы от тебя отстали после месяца сатаниста дома? Нет, Вуди, ты должен теперь достать его на круизе, но не забывай, что сатанист привел сюда жертву с сыном. Ее зовут Ольга, но ей пофиг на тебя. Твоя задача достать сатаниста на круизе. Короче, это автор... О, это официальный концепт-арт с хардкора, кстати. Короче, автор этого мода решил сделать продолжение на оригинальный хардкор от Social Media Live Production. Ну, неплохо, давайте посмотрим, что нам тут предлагают.
О, кстати, музычка из обычного хардкора. Из первой части хардкора. Так, он не бежит, но он просто очень быстро идет. Но здесь знаете, чем легче будет? Тем, что ограничений по времени здесь нет. Так что здесь мы, наверное, даже пройдем. Давайте попробуем. Довольно интересный выпуск, мне кажется, сегодня. Вот этот мод мне даже интересно пройти. О, красная опала. Красная вот эта шкала, ничего себе. А если так нажать? А, то все так же. Давайте сразу это применим. Небо красное. Кстати говоря, никогда мы не видели... А, нет, один раз видели. Вспомнил на ходу. Ночные уровни в КДСС 2. Короче говоря, было такое. Был как-то один, по-моему, мод, в котором... уровни СС2 ночные были. Там, кстати, качественно довольно было сделано. Такая задумка многие бы, наверное, хотели, и я в том числе хотел. Но здесь, правда, в этой версии он бугуртит все-таки после пакости. О, монетки красные, прикольно, ничего себе. Тоже кровище, правда, она какая-то, правда, как будто это сосульки из крови, они свисающие и не падают дальше. Ну и все, уровень пройден. В принципе, различий нет, кроме того, что сосед просто быстрее идет. Ну и это действительно усложняет. Так, вот музычки в главном меню нету. Так, смертельно... Смертельно... Ошибки есть, к сожалению, жалко. Занято. Что ж, Вуди, твой фокус с граблями... Это все на что-то способен? Надо было вопросительный знак поставить. Что ж, знай, ты теперь на великой китайской стены. Попытайся достать его снова, но теперь будет не сладко. Может, эти ошибки нарочно были написаны, конечно. Но не знаю. Елена Сергеева, да. Рисовала она все вот эти арты, фигарты. Помню, в группе как-то была. Но сейчас в группе она в этом не участвует. Давно уже как-то не участвует. Вроде бы, насколько я помню. Тоже небо красное. Вот это еще надписи есть здесь. Я не уверен, что успею применить туалет. Скорее всего, даже не успею. Хотя можно попробовать. А, ладно, давайте жизнь потеряем. В хардкоре можно было бы, кстати, сделать так, чтобы одна жизнь только была. Если бы социальные делали продакшн, делали бы хардкор на вторую часть, они бы точно бы это сделали. Но это, наверное, сложно сделать. Ну, в
принципе, я этому моду готов поставить плюсик. Тут видно, что автор хотя бы старался. Сделал, что мог. Этот, то есть этот мод сделан не для того, чтобы просто видео попасть. Этот мод, над этим модом, очевидно, старался человек. Так, и последний уровень, по ком звучит смерть. И снова, к сожалению, уровня 3, хотелось бы все. И снова Великая Китайская Стена, разумеется, сатанист продолжает тебя находить и убивать. Кстати, Ольге, пофиг на тебя, да я уже в курсе, сказали ведь. И теперь собирается произвести впечатление на свою жертву кровавого сердца. А вот какое это будет впечатление, целиком от Вуди зависит. Ну ладно. Ладно. Блин. Ну, это реально усложняет то, что он быстро выходит. Но все же. Ну тут над... вот эту надпись можно было чуть-чуть правее поместить. Так лучше бы выглядело. Намного. Да, хорошо, что один раз наполнил и все. В консольной версии-то там нужно один раз использовал, второй раз надо будет сходить наполнить тоже. Причем надо еще сделать так, чтобы сосед был как можно ближе, потому что это стекает со временем. Шкала там появляется специальная. Консольная версия по-своему интересна. Ну еще нету этих страшных звуков в этой версии, как в первой части хардкора. Единственное, только музычка только, а звуки-то нет. Так что никакой этот мод толком-то и не страшный. Появился раньше, чем Масэнни Баг сработал, но это из-за того, что сосед ходит быстрее, чем обычно. А, ну еще вот этот звук тоже. Так, ну и все, больше нет уровней. Можно было... Вот этот фон тоже можно было бы заменить. Кстати, а что будет, если я сюда нажму? А, ничего не будет. Ну ладно, кстати... Ну ладно, давайте поставим плюсик. Видно, что старался человек все же. Неплохой мод, но все-таки над ним еще поработать. А так, я думаю, если продолжение будет, то надо действительно немножко его доработать. Звуков понадобавлять страшных. Ну и немного некоторые фоны заменить. Ну и все такое. Ладно, давайте посмотрим, что еще у нас есть. Следующий мод, к сожалению, наркоманский. Опять говномод, судя по всему. Как же они меня бесят. Ага, недоступна регулировка громкостей. Придется сделать так.
зайти в микшер громкости и сделать вот так. Авторы, я не лох, слышь. Так, время пить пиво. Подсказки, текста нету. Ну, точнее, подсказки какая-то точка только. Посмотрим, давайте, что это у нас за хрень такая. Так, чего угадать тебе надо, блин? Стены решили черными сделать, но выглядит некрасиво, я вам скажу. Вот бы я так рисовать умел, честное слово, как Елена Сергеевна. Ваше здоровье. Слабое алкогольное пиво. Ой-ой-ой. А что, эта дверь закрыта? А, подождите. Подождите, а это не как в хардкоре случайно? А, не-не-не-не, это же другой уровень. За ваше здоровье и за мое очко. Нет, это не как в хардкоре. Почему он идет обратно через первый этаж? Почему он здесь не может пройти? О, господи, придется еще и запикивать. И за мое очко. Ой, а почему ты туда пошел? В чем прикол? Не понимаю я. Ой, господи, что я сделал? Что это за жопа сейчас была только что? Да ну нафиг, короче. Так, блин, жалко, нельзя отключить эти звуки никак. Они не выключаются вообще. А если я так сделаю, тоже не отключится? Ладно. Что у нас тут? Ха, вообще звуки пропали. Что написано тут было? Вообще звуки исчезли. Ну и ладно, это все равно лучше, чем слышать эти матерные слова. Почему он идет через гостиную туда? Неужели дверь на кухню закрыта? Если она закрыта, то это очень фигово. Так, ну и это мы еще сделать успеем. А, ну он в ванну забежит, и мы тогда на кухню побежим. Понятно. А, он еще и не бугуртит, походу. После пакости. Да, и тут что-то из хардкора взято. Фух, все-таки через эту... А где я? А почему я здесь оказался? Странно. Это Danger, что-то там было написано. Господи, что это такое, блин? Чё за мод, блин, мне прислали? Чё за фигню, блин? О, господи. А, это этот про стирку. Ну, блин, это ужасно.
Господи, да что за трэш, ё-моё, я не понимаю. Ну вот, что это за мод, блин? Ага, тут уже... А, нет. Сегодня будет... Да, я знаю, что будет. Гомосятину разводят, я смотрю. В этом моде. Короче, ладно, ясно. Запомните, Максимат всегда был и будет против гомосядины. А этому моду... Это говномод. Это мод просто говно. Ладно, короче, на сегодня и закончим. С вас, господи, писусы. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал. Спойлеру ВКонтакте. И всем пока.